«Русская церковь. Век 20-й». Под таким названием вышел в свет первый двухтомник масштабного издательского проекта Московского православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. История русской церкви 20 века в свидетельствах современников. На презентации книг побывала наша съемочная группа. Слово Эльвире Гордеевой. Предлагаемая антология – новый проект, посвященный российской церковной истории, и уже поэтому она уникальна. Двухтомник охватывает события русской церковной истории с 1900 года до февральской революции во всем ее многообразии. Здесь самые разные свидетельства собраны, начиная с государя-императора, императрицы, каких-то высших сановников, обер-прокуроров, иерархов, видных священников, монахов, монахинь, простых мирян, вплоть до самых низов народной церковной массы. В книге публикуются различные дневники, выдержки из мемуаров, частная переписка, воспоминания авторов. Эти документы всегда вызывают особый интерес читателя, будучи важнейшим подтверждением истории, в том числе истории Русской Православной Церкви. Они необыкновенно живо и ярко отражают атмосферу эпохи, мысли и чувства непосредственно участников событий своего времени, дополняя официальный корпус документов. Все отрывки в книге, всего более 100 авторов и больше 200 отрывков, все они сгруппированы тематически. Структуру книги вы можете представить вот здесь. Вот вы видите заголовки разделов, ну и, соответственно, те элементы оформления, те фотографии, с помощью которых мы их оформляли. Работа над проектом будет продолжена. В дальнейших выпусках антологии перед читателями предстанет вся история Русской Церкви 20 века, включая историю Русской Церкви за рубежом.